Здравствуйте, я Клара, та самая, у которой Карл украл кораллы, и та, которая в отместку за это украла у него новый проект. Наш проект «Кривда правда» в своем первом и единственном выпуске расскажет вам, как правильно вести свой видеоблог. Привет, меня зовут Клара. Это будет новый проект в этом городе. То есть проект будет разноплановый, ну, проект будет интересный и будет строиться, на моих идеях, а также на идеях людей. Ну, в общем, и на моих идеях. Проект будет «То есть». А мы как бы пробуем снимать первого как бы дубля. В этом нас ничего не останавливает в плане времени. А поэтому как бы мы не зависим ни от денег, ни от чего. И как бы я перед этим хотел бы извиниться как бы перед людьми, с которыми я как бы спорил в комментариях. А как бы извините меня за то, что вы не воспринимали меня, как бы я не воспринимал вас. И как бы, собственно, извините, ясно? Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, чтобы в этом городе мы устраивали всякие пранки, не было бы это лажей? Да, сейчас молодежь, что хочет, то и творит. И им никто не указ. Я так, на мой взгляд. Так соображаю. Да, на мой взгляд. А скажите, как сейчас вы гуляете в этом парке? А мы гуляем каждый день, по 4 раза в день. Утром, в обед, вечером и... Не, ночью не идем. В общем, целый день. Заходим домой памперс поменять. А почему вы предпочитаете этот парк? Потому что здесь зелено, солнца много, витамин D полезен для детей, песочница. Если во дворе гулять в песочнице, коты мешают, а здесь почти их нет. Скажите, вы хотели бы что-либо изменить в этом парке? Может быть, там урн, лавочек не хватает, может быть, для детей чего-то. На детской площадке очень редко убирают хвою, окурки и мусор. Очень мусорно, да? Да. Мы хотим ползать, а у нас ничего не получается, потому что хвоя и окурки нам мешают. Они кажутся очень вкусными. А так все остальное вас устраивает? Да, все устраивает, отлично. А, и фонтан почаще включайте. Хорошо, спасибо вам. Пожалуйста. Вырастайте. Хорошо, спасибо. Это микрофон, и это старый проект. Вот это мы как бы здесь, ну, чтобы... Как тебя зовут? А, меня зовут Клара, я забыла. Мы, это, как бы в парке, у нас тут все так вот, экшен такой видео-экшен. Мы не репетировали, у нас все в живом времени, живая съемка. Итак, мы сейчас зададим пару вопросов посетителям нашего парка. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно это место для вашего отдыха? Вот видите, какие у нас стеснительные и добрые люди живут в Волчевске. А вон там парень какой-то ходит. Да, пойдемте подойдем еще к парню. Скажите, пожалуйста, только не плачьте. Почему вы выбрали именно это место для вашего отдыха? Тут более-менее чище, чем в городе. Да вы посмотрите сюда! Это разве чище? Да вы в городе не были. Итак, теперь мы поговорим об экологии. Экологическая обстановка в городе, конечно, стала немного лучше. Но, тем не менее, завод начал пукать, выпускать маленькие клубочки дыма. Поэтому... Но небо голубое. Пока еще голубое, но такое ощущение, что ненадолго. Все плохо. Это был старый проект.